Всем привет! Сегодня снова с вами Басон. Мы продолжаем проходить игру Alan Wake. У нас уже появился фонарик. Давайте пойдем по лесу погуляем, блин. С одним единственным фонарем. Зашибись, трое мудаков сзади. А фонаря у нас... Кроме, точнее, фонаря ничего и нету. Мать вашу, да вы откуда? Пипец, такое стадо на мужика с фонарем. Мне интересно, чем я должен убиваться? О, машина какая-то едет. Caught in the consequences of leaping before looking. Так. Фонарик помощнее, а толку-то? Дали фонарик вначале, чуть-чуть побегал с ним и уже поменял на другой фонарик. Car was heading for the cabin up ahead. It wasn't far. If it was Barry, I would see the damage soon. Опять оградка взбесилась. Да будет свет. I'm trying to deliver each page to the right time and place. I'm trying to show you how the story goes. I had seen glimpses of the light before. I had seen... О, фаеры. It was a strange spaceman or a diver in a bulky suit. He was the one who'd been placing the pages. Блин, капканов-то напихали. Целая куча. Как будто целую роту ловить собрались. Опять им сгущается. Да будет свет. Так, дробовичок. Патрончики. Так, здесь что-нибудь у нас есть? Капкан только я вижу. И чё сюда вы залез? Ни патрончика, ничего нету. Так, значит нам туда. Еще одни капканы. Блин, капкан на капкане. Минус один. Минус два. Еще? Да ладно, ребят, вы что, попели что ли? С таким количеством патронов такую толпу завалить. Машина. Так, батарейки. Это кто там орёт, как ненормальный? Вон там листочек наш. The
The front door was locked. Заперто. Замочили мужика. Орёт, а еще выстрелы идут. Давай, давай. Так, что у нас здесь? Патроны. They're not gonna miss it. They're in the loony bin. My buddy, Danny. I lost him. Something's gone wrong with him. It's not him. Like a real bad. Кто вообще написал это дерьмо? Ну вообще-то как бы я. Но тебе лучше не знать. Откинулся мужик. А там внизу скрипнула дверька или что-то подобное. Ну, это очередное послание, как мы там сбегали. Кто хочет, тот сам, в принципе, смотрит. Если ему, в принципе, в глаза светить, он и так уползет. Если в тело светить, в принципе, он нифига не отворачивается и идет. А если так вот, то зашибись, прям в глаза ему светишь и все. Машинка есть, на машинке покатаемся. After all, I made it this far myself, but Barry was Barry. Так, у нас туда надо заехать. Ой, еще сюда надо заехать. Здесь может быть что-нибудь интересненькое валяться. А, тут, кажется, тайничок. Батарейки. Хорошая и нужная вещь. Патроны к револьверу. И вот сам тайник. О, световые гранаты. Это в самую тему нам как раз таки они нужны. Так. Залезем туда, посмотрим, что у нас там. Блин, что-то он бегает, конечно, это вообще жесть. Так. О! У нас тут охотничье ружье и патроны к нему как раз. Уже очередные радиостанции даже слушать не хочется. Рассказывает очередную хрень, что происходит в этом городе. Готов. Отлетался Бэтмен. Так, на машине поедем дальше. Твою мать, это что было такое? Ух ты.
что, его не убило? Давай, мой сладенький, иди ко мне. И ты давай, иди сюда. Наконец-таки. И ты иди сюда. Так, поехали. Блин, а туда не заедешь нифига. Ладно, придется пешком идти. Блин, сейчас стопудово эта хрень живет. Ух ты. Ух ты, еще один с поля прется. Да. Технику не кормили хорошим бензином. Вот она и разозлилась. Так, надо туда сгонять, посмотреть, может там что-то есть у нас хорошенькое. Ну-ка, посветить. О, тайничок. Надо заехать. Еще граната, патроны к револьверу. Сдохни, тварь. Вражина. Какие-то фейерверки. Сцена целая. The brothers used to be some kind of rock stars, but it hadn't really sunk in until I saw the stage. Повезло чуваку. Теперь наша задача защищаться. О, здесь фонарик хороший. Вон друзья идут. Что, всех что ли? Давай, давай. Да ладно, вы вообще шутите? Да вы все что ли сюда пришли? Давайте, подлечи меня. Зашибись.
it for Barry, please, please, please! Готов. Фига не швыряют. Готовы. Поспи, мой маленький. Давай, вали всех. Давай, давай, давай. Ух ты, ядрит твою Мадрид. Ребята, ловите. Опа! Фейерверки. Ух, а сарай-то был здесь при чем? Раздолбали бедный сарай. That was awesome! Wright Falls, rock-and-roll capital of America. Блин, а? Al, this way to the farm. Даже целую эту не открыл. Чего, у меня полный, что ли? А здесь все забрал. Так, здесь обычный фонарик. Нам дали сверхмощный фонарик какой-то. Охотничье ружье мы все израсходовали. У нас карабинчик есть. Так. У нас здесь ничего нету. Колодец. See, bestseller, no reason to worry. Your cutout's good. Зашибись. Нам надо туда наверх. Yeah, that's been my biggest worry all. Вообще беззаботный Барри. Ему вообще ничего не надо. Давай, блин, залазь. Какой-то придурок, блин, умалишенный. Так. Патрончики. Дробовик у нас по максимуму. Что у нас здесь еще есть? Так, патроны еще. Охотничье ружье, патроны. Подожди, а там что есть? Нету. Ладно. О, наша записочка очередная. The Viking boat looked imposing, almost like a battering ram. О, батарейки, а нафиг они нужны? И так как дофига. Сбросить шлюпки на воду. Явление Христа народу, блин. Thank you.
Чё там вякал? Зашибись. Как раз и патрончики уже пригодились. Так, здесь до батарейки еще были. Да задолбал ты носить за. Да чё ты носишься-то? Нажми на тормоз. Да задолбал ты уже бегать. Набегался, все. Бегун проклятый. Что у нас здесь? Ух, ё. Да ладно. Зашибись, мужика засосало куда-то. Ну, погнали. Wow! Those geezers had quite a production going on. Ooh, you know what, Al? If we make it through this alive, I'm gonna start... Да ты лишь бы прибыль где-нибудь получить, все ищешь. На твою жопу спасать приходится мне. Так, еще патроны. Погнали дальше. Эх ты. I'm good. Keep your eyes open, okay? Ну да. Будешь тут, на чайку. Фонарик, батарейки. Очередное радио. Заводи мопед. Так, еще батареечки. Бери, что так не берешь-то? Спустимся вниз. Опа. Комбайн. Сейчас это чувствуется комбайн, из нас будет делать здесь котлетки.
Так, патроны по максимуму. Сейчас стопудово эта хрень живет, из нас что-нибудь будет делать здесь. Твою мать! Этой хрени мне только не хватало. Чё-то он только больно быстро склеился. Я думал, тут с комбайном еще кто-нибудь придет в гости. Спинку почесал дробью и хорошо. Пошли. Так, что у нас здесь? Ключики. Прям бегает, как будто знает, где ключи находятся. Ал? Is that you out there, buddy? Yeah, нет, блин. Это зомби. Мозги кушать. Иди сюда. А ему вообще посрать. Хоть все. Все обоим хоть в жопу высади. Погодка класс. Гроза, туман, одержимые. Да, чувак. Бензопила тут. Надписи какие-то. Предохранители. Стопудово на втором этаже. Здесь толчок. Охренительно. Сидишь на толчке, у тебя окошко все смотрят, как ты срёшь. Зашибись. О, наша бумажка. Can you hear that, Al? Music? Of course. We need to find where it's coming from. That's the message the Andersons talked about. That's the Музыка играет. Lady of the Light? That's gotta be what's her face, the crazy lamp lady from the town. Cynthia Weaver. Right. Must be. От дома ведьмы ключ найти. Пресветлую леди, ищи обезумевшую в ночи. Мятущуюся. Какое слово? We need to find Cynthia Weaver. We'll stay here for the night and head back to town as soon as it gets light. Hey, Al. Lots of hours before dawn. Might as well get some rest. And by rest, I mean drunk. Come on, Barry. This is... Yeah. What the hell? Надо правильно в зюзик нажраться. Чтобы хрюкать тут. I'm gonna stick by you, no matter what, ever, Al. Sure, like a brother. I'm a writer, goddammit. Correct. If I just wanted to, I could write 10 books a year. And they'd be the best books that year. No, you couldn't. That's right, I couldn't. But I could, because I'm a writer. What? What do they put in this stuff? I feel like my brain is coming out of my mouth. Ну ты ж походу давно мозги вытекли. I'm gonna get the recipe off those coots and be a booze millionaire.
I just miss her, Barry. I just want her here with me. I know, Al. I know. It's gonna be okay. We're gonna make it okay. Ну все, все нахрюкались. Барри валяется, спит. Алан тут с открытыми глазами что-то, я так не понимаю, то ли он спит, то ли пытается заснуть. Опа, мы призраки. Это не тот ли момент, когда мы в самом начале пошли посмотреть, почему нет света? Да ладно. Алис, I'm coming. It's all right. I'm coming. It was a crazy drunk. За ним что надо идти? Yet, it was more than that. It was the truth. A suppressed memory unearthed by the то есть мы переживаем то, что произошло в тот момент, но мы не помним. Вот почему говорит бухло про этот просвещает, типа прозрел. I remembered being surprised to see the cabin dark. Alice would have never turned the lights off. И ни одного всплеска. I remembered thinking I caught a glimpse of her form underwater. Sinking into the darkness. Beyond this lost memory, there was nothing. I had to follow the footsteps of my past to find out what had happened that night. Diving after her was the last vague memory I had of that night. After that, the next thing I could remember was waking up behind the wheel of the crash car and finding the first pages of the manuscript. А вот и мы типа вынырнули. I couldn't find her in all that blackness. I must have thought she drowned. Alice. Она такая чёрная прям. And so she had me. Джаггер. I'd been easy prey. А вот и бабуся. Is there someone in the window? Alice? Maybe she didn't drown after all. Maybe she's inside. Alice! Yes. The dark presence had touched me. She had dug her nails into my brain and used me. Made me her puppet. She must be here somewhere. Maybe upstairs in the study. Alice! Yes, that's where she is. You can apologize. То есть играет на наших чувствах, я так понял. Alice? She's not here. You were foolish to think so. No, she's dead. She drowned. No, no, no! It's your fault your wife is dead. You are guilty. All she wanted was to help you, right? То есть она винит нас. You killed her. Oh, hush. There's still hope. Cauldron Lake is a special place. Here, you have the power to change things. She wanted you to write. I will tell you what to do. You can write her back. The story will come true, and all will be well again. She had Alice, and the manuscript was the ransom for her. И в тот момент, получается, мы вот попали в плен к этой тьме. I'll fix it. I'll bring her back. Это типа тьма поняла, что мы следим за ней. Воспоминания, что ли? I remembered it all now. In the dark. Окружила дом.
almost a complete manuscript of a novel entitled Departure. Может быть, Красима затопила его, чтобы нас никто не помешал. Получается, тьма хочет захватить мир весь, погрузить во тьму, и для этого нужно как раз таки вот это материализовать, то, что на этом озере находится. Все, что пишет писатель, все материализуется. И тьма использует Алана. Zane was weak and far away, but I had written him into the story, and his light had been enough to set me free. It isn't here now. I'm here because it was written. I brought the light to set you free. You must hurry. We'll know I'm here. It will be back soon. She stole the skin of my armor a long time ago. She looks so old. Какого такого лонгиста вписал сюда. И вот тьма за ней пришла. I'd woken up, confused and groggy. My mind consumed by darkness and fear. All I could do was to escape. А сразу он не мог послать ее просто. The week spent in the cabin had taken its toll. I was barely conscious and fading fast. И вот крас-машина, в которой началась игра, где мы там в сабры упали. И вот дом исчез. But he had managed to weaken the dark presence, kept me safe that night. И вот как раз момент, с которого мы не помним, потому что у нас упали в машине с обрыва. У нас автокатастрофа получилась. That's right, James Joyce. It's your fault, and you're gonna pay for it. Зашибись, проснулись утречком после похмелья. И как раз у нас получается конец четвертого эпизода. Так. В предыдущих эпизодах Алана Вейка. Джаггер был моим редактором, чтобы сделать историю, которая сделает ее все больше и больше сильной. Какая-то часть меня была уверена, чтобы написать мой эскейп в историю. Вместе мы можем создать что-то абсолютно чудесное. Лейк делает что-то для творчества, которое мы создали здесь. Она делает их исполнить. Моя мама дала мне этот старый свет. Кликер. Алис находится в темной тюрьме. Мне нужно найти Синтия Уивер, чтобы исправить это. Это твоя вина, и ты будешь платить за это. Хорошо, хоть не завалил. Пятый эпизод, щелкунчик. It's about friendship and community. We've got a great party coming up, but let's try to hold it in until tomorrow and get through the night in one piece, all right? Мы в тюрьме вместе с Барри. Он у меня. Кто-нибудь придет за ним, когда настанет время, сказал Томас. Вот как раз таки про ключ, который пелась в песне, а вот эта женщина, как раз таки, по-моему, та, которая стояла в кафе с фонарем, говорил, что тьме опасно. All the manuscript pages were gone. The FBI agent had taken them. I think my tongue just took a crap in my mouth. Ugh. Oh, wait, we're in jail now? Al. Al, this is not good. That about sums it up. Да. Нажраться-то, зюзю и блевать там. I am never drinking again. I need to talk to Weaver. She's the one in the song. The Lady of the Light. What, the crazy lady? Ugh, whatever you say, Al, but we're stuck here. They're not gonna... Even interviewed Wake. I had some reading to do first, Sheriff. And let me tell you, it was an interesting read. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. There's no way you're walking out of here.
You hear me in there, Brett Easton Ellis? Huh? Agent Nightingale, I want to talk to your superior. Well, we all want things, Sheriff. I wanted my... Look, that's not possible right now. Agent Nightingale, I insist. О, нас глюки посещают. Wait, what's wrong? Lady, are you stupid? It's a trick. It's an obvious trick. Okay, I've had enough of this crap. Wake, I'm gonna trust you with this. You're joking. Agent Nightingale, your opinion would matter more if you were sober and if I actually believed you were here on official business. Whoa! Get back in the cell, Stephen King. The only way you're leaving this place is over my dead... Wait a minute. I know this... Опа-на! Oh my God! Light. We need light. It's the only way to fight this thing. In my office. I've got your things there. Follow me. Ладно, на этом, я думаю, мы закончим. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляем комментарии под видео. Ждем дальнейшего прохождения игры. Всем удачи, всем пока.